Ирина Журавская, 8 лет, ученица 1 А-класса школы номер 112 города Санкт-Петербург, на конкурс «Дети читают стихи». Эдуард Осадов, День Победы, День Победы, и в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражении в каждую минуту, да, буквально каждую минуту, погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. И у каждого есть где-то дом или сад, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена, а если не жена, то девчонка лучшая из всех. На 8 фронтах моей отчизны носил войны водоворот. Каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ.